Машинка чья? О, тигр. Противник. Это противник. Зона уже захвачена. Кем? Врагом? А. Они индусские. Тигр уезжает. На меня есть. Есть чем встретиться. Кто стрелял? Кто по кому сейчас стрелял? Кто в доме двухэтажном бегает? Зону захватили кочегар. Ну, потеряли, убили зону. Там в зоне еще один. Я убил одного. Ну и я одного убил. Один у меня катается. Машина Паша к тебе едет. А мне? Это кочегар по-любому. Это... Больше никто нам такой не способен. Машина приехала. Убил еще одного. Еще и машина. Это ну. Боишники. Че ты видишь, блядь? Я? Да. Я против. Против кочегара, да? Я против, когда меня пытаются задавить. Да. Я принес дома, боюсь выйти. Алекс, где ты там бегаешь? Да я вот в кустах. Метка точная на меня. А, понял, где я туда уехал, этот гадик? В смысле? Бля, может на камнях с ним повоевать? Он точно мне этот не дос... Я также повоевал, он ко мне приехал, увидел, уехал. В городе еще кто-то есть? Не знаешь, Паша? Я, yeah, я. Yeah. Ну сколько получается, троих мы их убили? А, ну... Я двоих. А, ну
я одного. Значит, скачка распался. Пускай выходит на войну, я ему стрелку забил тут. Напиши. Из кочегара надо искать, да? Да. А он где-то сейчас высадится, может, кстати. Может. Он, походу, понял то, что на машине не актуально. А хотите прикол? Спитер сидел в деревянном доме, я ему на крышу кинул гранату, и я его ранил. Для тормана. Все, зона синяя. А, это ты, я вижу. А, Паш, ты, вижу тебя. Угу. Лутаешь? Ага, полутал. Не-не-не, он все еще жив. Нормально, он пострелял по трубу. Тут СВДшник лежит. Это, я снайперку скидываю, беру себе нормальное оружие дать. Тут только калаши есть. Кто в городе? Я. Я. Этот Жимик же уехал на юго-запад. Куда-то. Я ведь... Сейчас мы КВ-ху его возьмем. Да, надо ему сказать, чтобы он вернулся. Вернись, мы все простим. Не, на ближней дистанции, конечно, М-ка даже в режиме короткой очереди, но калаш просто не равняется калашу. Он это, походу, скинул КВ-ху, сейчас будет тут ходить. Мне вот интересно, кто это такой? Тело. Ладно, давайте спрячемся по домам и это. Блять, Дутис, я тебя чуть не застрелил. Бывает. Сука, кто-то топает, блядь. Я смотрю, там что-то зеленое промелькнуло. Че за там? Я. Он, кстати, может сейчас с горы где-то с севера нас убить, с северо-запада. Собака не хочет залазить, какие? Это как?